Тема урока – разряды имен прилагательных, качественные прилагательные. На этом уроке мы узнаем, какие прилагательные называются качественными, и выясним, по какому признаку они характеризуют предмет. По лексическому значению и грамматическим признакам имена прилагательные делятся на качественные, относительные и притяжательные. Относительные прилагательные обозначают признак предмета через отношение к другому предмету или признаку, например, книжный, школьный, а притяжательные прилагательные выражают принадлежность предмета лицу или животному, мамин, лисий и так далее. Рассмотрим подробнее качественные прилагательные на следующем примере. Солнце ярче всех других звезд. В предложении есть прилагательное «ярче». Оно стоит в форме сравнительной степени. Это прилагательное позволяет сопоставить два предмета – солнце и звезды – по качеству. Таким образом, качественные прилагательные обозначают такой признак предмета, который может быть выражен в этом предмете в большей или меньшей степени. Сравните – черный – чернее, добрый – добрейший, тихий – менее тихий. Лексическое значение таких прилагательных разнообразно. Они могут обозначать цвет, вкус, размер, форму, физические свойства предмета и так далее. Наличие степеней сравнения у слова – это один из признаков качественных прилагательных. Мне дали имя при крещении Анна, сладчайшее для губ людских и слуха. Читаем строки Анны Андреевны Ахматовой. В предложении есть прилагательное в превосходной степени – сладчайшее. Следовательно, оно является качественным. Только качественные прилагательные могут сочетаться с наречиями «очень», «чрезвычайно», «слишком», «весьма», «гораздо» и другими. Например, ребята активно обсуждали на уроке литературы очень увлекательный рассказ. Качественные прилагательные могут иметь антонимы. Весьма поучительна пословица «маленькое дело лучше большого безделья». В ее основе также лежат качественные прилагательные «маленькое», «большое», имеющие противоположные значения. А вот перед нами строки из народной песни «Ой, полна-полна моя коробушка, есть и ситец, и парча». Прилагательное «полна» стоит в краткой форме. Это еще один признак качественных прилагательных. И, наконец, только от качественных прилагательных образуются сложные прилагательные путем их повтора. Всем известно, что лиса в сказках хитрая-прехитрая. Прилагательное «хитрая-прехитрая» образовано путем повтора одного и того же корня «хитр». Следует отметить, что не все перечисленные признаки могут встречаться у каждого качественного прилагательного. А сейчас попробуем найти все признаки качественных прилагательных в следующем примере. Считалось, что у меня счастливый глаз. Прилагательное «счастливый». Оно имеет степени сравнения. Счастливее – самый счастливый. Может употребляться с наречием «очень» – очень счастливый. Обладает антонимом – несчастливый. Имеет краткую форму – счастлив. И, наконец, образует сложное прилагательное путем повтора – счастливый – счастливый. Итак, качественные прилагательные обозначают признак, который может быть в предмете в большей или меньшей степени, сочетаются с наречиями «очень», «весьма», «гораздо» и другими, имеют краткую форму и антонимы, а также образуют сложное прилагательное путем их повтора. We'll be right back.